Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Флаттергрин, и прошу прощения, я немножко неопрятен. Многие, возможно, по поводу моих усиков будут что-то говорить, я бы пошутил на эту тему тоже, но как бы не для этого я создавал канал. Собственно, мы продолжаем смотреть гача-лайф сериал «Богачка». Это его теперь не мини-фильм, а мини-сериал. Так что давайте-ка смотрим. Достаточно-таки длинный эпизод, 13 минут целых. Я хочу, ребят, объявить о том, что я собираюсь теперь более часто выпускать здесь ролики, потому что у меня раньше не выходило так делать. Теперь я буду почаще выпускать, возможно, реакции. Завтра, возможно, выйдет что-то свое по гача-лайфу. Так что жду. Точнее, ждите. Так, если текст идет слишком быстро, нажмите вверху на три точки, затем на скорость воспроизведения, на ту длину, которую вам будет удобно. Я просто останавливаю, поэтому мне нормально. Музыку, опять же, я выключу. Если ваши имена или персонажи похожи на ваши ОС, то это совпадение. Окей. Так, ссылки на них я, наверное, тоже оставлю, так что не переживайте, реклама не пропадет зря. Так, Клара. Так Кларочке получается 18, Марку 19, даже интересно, сколько ему лет. 18. 40 лет. Он не выглядит на свои 40 на самом деле. Подождите, дайте-ка посчитаю. Если, допустим... ну, все нормально. Если им по 18, допустим, то у них дети появились в 20 и в 22. Так что все нормально. А бабушке сколько? 80, ого. У нее, получается, дети появились в 40 где-то. Так. А ему Лукасу 19, Камиле 20. Боже мой, сколько персонажей, можно уже передвинуться к сериалу. Привет. Привет. Ну что, расскажешь про того урода? Ну, начнем с того, что его зовут Лукас. Он был моим лучшим другом и... А что случилось? Не перебивай. Вот это вот я тоже люблю. Моя девушка, получается... Я что-то ей говорю, объясняю что-нибудь, и она тут перебивает, и сразу же по тому, что я первое сказал, начинает говорить, что она думает о том, что я сначала сказал, не дослушав меня, это немножко бесит. Ну ладно. Так вот, мы с ним поссорились из-за одной девушки. Ха-ха-ха-ха-ха, вот что девушки с парнями делают. Ой, блин. Дураки вы оба. Клара, не перебивай, если хочешь услышать, что было дальше. Да-да, я об этом и говорю. Но какими могут быть лучшие друзья, если ссориться из-за девушки? Это слишком странная, типа, причина для ссор. На самом деле они... Прошу прощения. Была очень красивая и... Ну точно не красивее меня, верно? Клара. Значит, все-таки красивее? Нет. Точнее, да. Точнее, не знаю. Ой, я просто угораю над тобой. Ладно, давай дальше. Вообще, ее любила вся деревня. И я в том числе. И однажды я решил ей признаться, но и Лукас тоже решил это сделать.
И так получилось, что он узнал о том, что я люблю ее. И в тот момент была наша первая драка. И мы с ним поссорились. Так что не подходи к нему. А где сейчас твоя заветная любовь? Нашла себе богатенького. Ха, продалась, называется. Бабушка вчера сказала, что сюда приедет какая-то Амелия. Кто это? Это же она. Кто? Неужели? Это продажная? Когда она приедет? Завтра. Так, мне нужно срочно избавиться от этих бинтов. Только не говори, что ты ее до сих пор любишь. Люблю. Я должен провести себя в порядок. Клара? Что? Что? Ну нет, давай-ка сам. Клара, пожалуйста. Тебе лучше знать, как выглядеть стильно и красиво. Ха, с каких пор ты просишь у меня помощь? Ну, мы же с тобой друзья. Нет, даже не думай. Ну, если хочешь доказать, что ты не избалованная, то помоги мне. Ладно, но ты меня больше не будешь называть избалованной. Завтра приду в 10. Заметано. Окей, нормально так. Привет, Крис. Почему ты тогда не ответил? Дела были. И почему ты так рано звонишь? 9 утра. Извини, хотела спросить, как у тебя дела? Шикарно. Поскорее бы ты приехала, мне нужно тебе сказать кое-что важное. Я тоже уже скорее хочу приехать. Хотя начинаю привыкать к этой чертовой деревне. Круто. Ладно, пока позже созвонимся. Окей, ну, вообще, понимаете, здесь на самом деле очень спорная ситуация, потому что, ребят, вот, знаете, если вам кто-то нравится там только по внешности, допустим, у вас нету каких-то общих интересов, у вас нету там общего ничего, вам не нравится характер человека, а только его внешность. Это не любовь. Любовь — это когда двум человек... Прошу прощения, опять я запутался. Когда у двух человек или у двух людей схожие характеры, и да, каждый человек особен по-своему, но в любом случае вам должен нравиться характер человека в первую очередь, во вторую — его интересы, в-третьих, какой сам человек, а не только внешность. Внешностью человек может быть абсолютно разный, и если человек даже выглядит как-то по-другому, как-то отличается от вас, как-то отличается от остальных, даже пусть будет, там, я не знаю, девочка пухленькая, возможно, худощавая, возможно, какие-то есть дефекты. Возможно, у парней то же самое, типа пухлые, либо дефекты. Это не имеет значения, потому что человек должен внутри быть красивее, чем снаружи. Чтобы, если человек внутри красив, значит, он и будет красив и сам по-своему. В любом случае, я хочу вам пожелать, чтобы вы в будущем нашли себе хорошую любовь и к тому же самому человека, который будет вам нравиться, и человек, которому вы сами будете нравиться, и вместе будете любить друг друга. Вот. Я сказал. О, нет.
Уф! Вот это было больно, наверное. А-ха-ха! Прости. Да ладно, все окей. Спустя 2 часа. Спасибо, Клара. Электричка через полчаса. Можем пока что попить чай. Ладно, давай. Мне зеленый, если что. У меня только черный. Серьезно? А что ты хотела? Я хотела зеленый чай. Черный попьешь, ничего с тобой не случится. Давно хотел спросить. А почему ты все-таки тогда обиделась, услышав про то, что якобы кроме твоего парня ты ни с кем не встречалась? Потому что это правда. Раньше мне тоже кое-кто нравился. Но он не принял меня. Считал, что я живу ради денег. Что я избалованная. Ясно. Ты же можешь быть лучше. Точнее, ты ведь на самом деле добрая, так покажи это. Наверное, ты прав. Через 15 минут. Ладно, я пошел. А ты успеешь? Тут даже почти 2 км тащиться. Без твоих сумок я дойду туда быстрее, чем тогда. Пока. Что с ней? Боже ты мой. Амелия, привет! Ты помнишь меня? О боже, Марк! Это ты! Как же ты изменился! Ты тоже стала еще краше. Я тебе встречать пришел. Пошли? Пошли. Надеюсь, никого не смутит, что я так ее озвучиваю. Я просто хотел как-то изобразить другого персонажа. О, привет, Марк. Так она и есть та швабра? Ой, в смысле? Зачем так грубо-то? Что? Марк, о чем она? Клара, замолчи. Иди куда шла. Так ты и есть Амелия? Не советую с ней связываться. Кто это такая? Моя подруга. А что она забыла в деревне? Больше на городскую походит. Ну так ты сама в город уехала. Долгая история. Да, она приехала к нам из города. Тогда почему она назвала меня шваброй? Не обращай внимания, она всегда такая. Понятно все с тобой, Марк. Решил защитить ее? Что ж, я выведу ее на чистую воду. О, прикольно. Привет, Марк. Бабушка тебя на ужин зовет, пойдешь? Нет, прости. У меня дела. Вижу, какие у тебя дела. Марк, ты с дуба рухнул. Утром же мне рассказывал, какая она швабра. А сейчас гуляешь с ней. Ты же сама помогала ей, ему как бы преобразиться, чтобы он ее встретил. Тогда в чем проблема, Клара? Ты что, против... Ты что, имеешь против меня, Клара? Да, именно. Имею. Уже путаюсь в словах, блин. Я ведь знаю, кто ты и какая ты на самом деле. И скоро твоя правда раскроется. Что она тебе сказала? Да так, ничего особенного. Хотя я знаю, что происходит. Они были знакомы в самом городе.
Из-за этого она так предвзято относится, увидев ее. Потому что она, возможно, не поняла, что это та самая Амелия. И поэтому ее сейчас так чмырит, можно даже назвать. И, либо же просто злится из-за того, что Марк больше проводит время не с ней, а с Амелией. Бак, когда эта Амелия уедет? Марк все время с ней. Она же погубит его. Внучка, ты чего? Амелия хорошая девочка. Или ты ревнуешь? Да, она ревнует, скорее всего. Ба, какая ревность? У меня вообще-то парень есть. А то, что Амелия хорошая, это ложь. Почему же? Ее знает весь наш город. Да, я знал. Я знал это. Я все. Я это знал. Во. Она же изменила своему богатенькому. Такой скандал устроила. Из-за этого муж решил ее опозорить, заплатил журналистам. Серьезно? Чтобы они газеты про ее измену выпустили. Я еще видела, как она из этого... из его дома в слезах выбегает. Может, это неправда? Ба, я ее насквозь вижу. Она ж змея настоящая. Кларочка, что ты такое говоришь? Амелию вся деревня любит. Значит, скоро все узнают ее истинное лицо. Эй, выйди на улицу. Кто это? Выйди на улицу. Зачем? Я сейчас полицию вызову. Боишься? Отпусти меня! Тише, это ведь я. Тебе чего надо, швабра? Отстань от меня и Марка. А если нет? Это ведь ты та Амелия, которая изменила мужу. Откуда ты? Я много чего про тебя знаю. И уж поверь, Марк этим новостям будет недоволен. Только попробуй ему рассказать. Обязательно попробую. Скоро все узнают, какая ты на самом деле. У тебя нет доказательств. Доказательства всегда найдутся. В принципе, да. В принципе, это логично. Но все-таки есть еще несколько теорий, что ее просто-напросто подставили. А что муж просто пытался от нее избавиться и так далее. То есть все варианты возможны. Но интересно, чем все-таки будет эта самая развязка. На следующее утро. Клара, ты не видела Амелию? Что мне до твоей Амелии? Она тварь, а ты повелся. Не называй ее так. Мы с ней с детства друзья. И что с того? Люди меняются. Амелия! Что произошло? Лун! Это ты сделала? Ты меня обвинять собрался? А что она делает возле твоего дома? Я-то откуда знаю? Она притворяется. Но тут уже два варианта. Первое, она и вправду притворяется, чтобы выставить ее, типа, плохой. А второе, зря она все-таки ночью гуляла, потому что, ну, сами понимаете, где-нигде, а в деревне ночью ходить так-таки опасненько. Даже если при том, что все друг друга знают, но
все-таки поопаснее будет, чем в городе. Хотя, смотря какие города брать, но ладно. О боже! Кто это сделал? Не знаю. Марк? Как ты? Кто это сделал? Ты мне не поверишь, но это Клара. Да как она посмела, наглая гадюка! Мам, хватит. Амелия, ты уверена? Она не могла. И ты еще сомневаешься? Я сейчас же пойду к ней и разберусь. Не надо, я сам. Зачем ты это сделала? Марк, это не я. Амелия сама призналась, что это ты. Она врет. Пусть предъявит доказательства. Зачем ей врать? Ясно, что ты ее ненавидишь. Поэтому ты вполне могла это сделать. А если она меня подставить захотела? Я знаю ее с детства. Даже если она сильно ненавидит человека, она такого не сделает. Значит, ты веришь ей? Клара, я тебя совершенно не знаю. Не знаю, способна ли ты на такое или нет. Поэтому я верю ей. Надеюсь, ты больше так не поступишь. Ты пожалеешь за эти слова, Марк. Ох. Я избавлюсь от тебя. Вот это вот будет в следующей серии. Ты понял, что надо сделать? Да, но... Теперь Марк полностью мне доверяет. Бабушка, что мне делать? У меня есть хороший... Уже бабушка подключилась, серьезно? У меня есть хороший план. Поедем завтра на речку купаться и загорать. Что? Нет. 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 Что я хочу сказать по поводу этой серии? Это самая жесткая серия, которую мы видели среди всех трех. Самая жесткая на данный момент. И в ней очень прям много улучшений, что я хочу сказать. Во-первых, эпизод смонтирован в 720. А, по-моему, там было поменьше качество, если я не ошибаюсь. Нет, было такое же. Но, тем не менее. Длительность значительно больше. Ну, на 4 минуты, но все равно это, как по мне, больше. Текста намного больше. Сюжет развивается сильнее. А то я думал, все заглохнет, как это бывает. Потому что были моменты, когда я смотрю, допустим, на своем пони-канале, когда пробуждаются демоны. Вышло уже 30 частей по 5 минут. 30, мать его, частей. И я до сих пор не могу доделать на него реакции. Полтора года он уже выходит, или даже больше. И это еще не считая, что это продолжение от другого комикса, который называется «Роза жизни», состоящий из 8 частей по 20 минут. Так, еще и добавлен был, что будет в следующей серии.
Это реально жестко. Это реально жестко. Я реально такого не ожидал. Но ладно. На этом, пожалуй, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Flutter Green. Подписывайтесь на канал. Пожалуйста, продвигайте мой канал. Попробуйте там помочь с развитием данного канала. Пишите, на какие хотите еще сериальчики реакции. На что еще хотите. А я посмотрю и попробую сделать на еще что-нибудь, кроме богачки. Потому что сериалов, там фильмов очень много. Я бы хотел их посмотреть побольше. Так что посмотрим, что с этого выйдет. Всем спасибо, ребят. Всем удачи и всем пока.